сейчас выводит на лед Джессику и Зака. Параллельно тройной сальх, но тоже с ошибочками. Партнер перевернулся, их партнерша как-то неуверенно приземлилась. И очень далеко. Тройная подкрутка. На вторую ножку зачем-то подставила? Да, подставила вторую ножку, это ошибка. Хотя выполнила бы подкрутку очень легко и красиво. Петка в парном катании делают параллельный прыжок волчок. А ребята сделали. Угу. Разошлись. Разошлись. Конечно, далековато друг от друга. Это сложный вход в поддержку. Смена позиции и сложный выход. Молодец. Молодец. Непонятно, только у них заявлен выброс тройной лутц, но мне показалось, что она перешла на внутреннее ребро, все-таки, что это был флип. Ну, не знаю, мне я смотрела за ребром. Может быть, в последний момент только, если она перешла. Ну, засчитают, как исполненный тройной флип. Ну да. Еще одна такая яркая музыка из мюзикла. И мы имеем возможность сравнить две программы, которые исполнили Кристина, наша Кристина Асахова, Алексей Роганов, да, и то, что сейчас катает Джессика и Зак. И мне, Мария, кажется... Я думаю, что не только тебе это кажется, но и всем зрителям, кто смотрит, что наши ребята намного были ярче. Да, выразительней, интересней. Молодцы, молодцы. Молодцы Джессика и Зак. С обидными ошибками, да. Подкрутки.